depths of the sea. Creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring. От лица Виталия и Екатерины рад приветствовать вас на празднике официального дня рождения новой семьи. И благодарю вас, что вы сегодня собрались здесь разделить с ними этот счастливый момент. Вступление в брак – это сугубо личный поступок, но для того, чтобы черпать силу и энергию, их союз должен одобряться родными и близкими людьми. Поэтому наша прекрасная пара обращается сейчас ко всем вам. Поддерживаете ли вы их решение вступить в брак? И готовы ли вы принять новую семью, свои друзья? Готовы? Так давайте встретим наших задорных свидетелей бурными аплодисментами!
Давайте с любовью и уважением встретим нашего жениха громкими аплодисментами! Все мы видим нашего яркого жениха, и наступает волшебный момент. В этот миг в твоей памяти зарождается сказка. Помнишь, как впервые увидел девушку, от которой тебя безудержно билось сердце? Она уже тогда знала. Помнишь, как впервые взял ее руки в свои ладони, как первый раз поцеловал? Ее румянец от смущения и сама нежная улыбка заставляли забывать все слова, которые ты так долго готовил в своей голове перед очередным свиданием. А потом признание в любви. Каждая клеточка твоего тела желала обнять и не отпускать ее. Никогда. Ни на минуту. Ни на секунду. Ты ждал ее всю жизнь. А ведь она мечтала о том же. И ей в душе рождались прекрасные, теплые слова. Очаровательная невеста Екатерина в сопровождении ее любимого папы. Самым ярким и незабываемым на всю жизнь станет для вас именно этот день. В этом удивительном мире на счастье, на радость вы встретили друг друга. И отныне вы ответственны не только за себя, но и за свою половинку. Прошу стать лицом друг другу и взяться за руки. Наших молодых переполняют чувства и эмоции, и я предлагаю послушать их мысли. Чуть заметно губы улыбнутся.
Когда мне будет 85, по дому буду твои тапочки искать. Ощадь на то, что трудно мне сгибаться, носить какие-то нелепые шарфы из тех, что для меня создала ты. А утром, просыпаясь до рассвета, прислушаюсь к дыханию твоему, вдруг улыбнусь и тихо обниму. Когда мне будет 85, с тебя пылинки буду я сдувать, твои себе буквы поправлять, и взявшись за руки по скверку гулять, и радоваться словно 25, когда нам будет 85. А сейчас я обращаюсь к вам от лица государства. Хочу напомнить, что брак — это серьезный поступок. Поэтому еще раз, взвешивая всю серьезность и всю ответственность перед этим шагом, прошу ответить. Екатерина, я обращаюсь к вам. Посмотрите в глаза любимого человека и ответьте. Является ли ваше желание взять мужья Виталия добровольным и осознанным? Готовы ли вы быть всегда рядом в радости и большой радости? Дарить свою улыбку, любовь и верность? Готовы ли вы разделить с ним всю? Виталий, посмотрите в глаза любимой и скажите, является ли ваше желание взять в жены Екатерину добровольным и осознанным? Готовы ли вы свято хранить вашу любовь, быть опорой и крепостью вашей семье? Готовы ли вы быть другом и спутником на всю жизнь, любить и уважать, и принимать ее такую, какая она есть? Ну что же, в народе считается, что как только вы становитесь на свадебный ручник, ваш союз благословляется небесами. Прошу свидетелей расстелить перед молодыми свадебный ручник. Удивительные мастера пошили очень тонкий ручник. Приглашаю вас чистой и небольшой ступить на него. Браво, молодым! С этого свадебного ручника начинается ваш совместный жизненный путь. И сейчас вы стоите на перекрестке двух студий, где дальше перед вами открывается одна широкая жизненная дорога, на которой именно встретится и радость, звонкий детский смех, мечты, надежды и семейный уют. Теперь в знак верности и единства вы можете обменяться кольцами. Кольца в студию. Это уже написано в момент, поддержите. Скрепить ваш семейный союз подписями. О браке и семье утверждается, что Бондаренко Виталий Валентинович и Иванова Екатерина Васильевна отныне и во веки веков являются мужем и женой. В знак объединения двух влюбленных сердец прошу скрепить ваш семейный союз поцелуем. Гости, поддерживаем! Семьи. Живите в мире и согласии. Любите, оберегайте, балуйте и заботьтесь друг о друге. Храните каждый день и каждый миг вашего счастья. Сегодня вы теплом своих сердец зажгли семейный очаг.
храните же это тепло, а это тепло будет согревать и беречь вашу семью. И вам, Виталий, как главе новосозданной семьи, я вручаю самый первый документ, выданный государством. Это свидетельство о браке. Виталий, взгляни теперь уже на твою жену Екатерину. Как она прекрасна, как очаровательна в этот день. Береги ее от невзгод и разочарований. Заботься о ней, ведь тепло вашего дома зависит от ее счастливой улыбки. Вам, Екатерина, желаю, чтобы ваши глаза сияли и слезы появлялись только от счастья. И как хранительница семейного очага, я вручаю вам этот свадебный ножник. Сверните ручник. На этой прекрасной площадке собрались самые желанные родные гости. Сегодня каждый из них стал немного счастливее благодаря вам. Каждый из гостей не может дождаться момента, чтобы поздравить вас как уже семейную пару. Только есть люди, которые, глядя на вас, испытывают самые смешанные чувства. Счастье, сладкую грусть, радость и нежность перемешаны переживаниями. Люди, которые, глядя на вас, не могут поверить своим глазам. Это ваши родители. Их счастье измеряется вашим счастьем. Их радость зависит от вашей радости. Их сон спокоен только тогда, когда у вас все в порядке. Я прошу подойти к родителям и поклониться трижды. За мамины бессонные ночи, за папины заботливые руки, за тепло и ласку их сердец. Первый поклон за рождение. Второй поклон за воспитание. Третий поклон за благословение. Теперь в каждой семье на одного ребенка стало больше. Родители могут поздравить своих детей, а мы поддержим. Я желаю вам счастья в семейной жизни, любви не только сердцем, но и душой. Не стесняйтесь быть влюбленными и любовью дорожить, чтобы вас, молодоженам, могли называть всю вашу жизнь. Вместе стройте дом, вместе садите деревья, вместе воспитывайте ваших будущих детей. А вас, дорогие гости, я прошу всячески поддерживать и помогать молодым. Огромное спасибо за внимание. Всего доброго вам и вашим семьям. А теперь все желающие могут подойти и лично поздравить наших молодоженов, а также задарить их подарками. И с вашего позволения первым буду я.